Анализировать и сравнивать с прошедшим, не только со своим, но и с библейским. Они терпели и мотались щепкой, и редко кто закончил битву с блеском. Суметь бы вычленить пустяшный ритуал, деление дилеммы, пусть и к ничтожной пользе, разбить бы эгоизм, саманный свой дувал, и опыт исторически узреть бы при колодцах, то древо замысла привязывать бы к плану, который вседержитель разнарядил. Года наслаивались неприметно, плавно, и вот уж седина повыбелила пряди. Концовка дня, а дальше выходной, без выхода когда-то на работу. Что дальше высветит, о горнем или дно? Туда, где без Христа трудился против. Едва ногой шагну через порог, нарушив одиночество разминкой, вмешаешься и встретишь недотрог. И пожалеешь, зря не прыгнул мимо. Живой он не сторонний наблюдатель, узревший беззаконника в упор. Он обязательно поймет, явился кстати, по силам будет разрешить мне спор. Не промолчит, желая облегчить невеждам путь, где грешная в прикуску, и к правде вытолкнуть нетрезвого в толчки. Укажет на Голгофу, на Христа Иисуса. Проанализировать оплевел их прогноз, когда и как их высев ограничить. Кто между строк те ереси пронес, не ограничился евангельской притчей. Бог, только Он удержит на плаву. Себе и ближним окажусь на пользу. Хлеба сорокалетние, кружась ко мне, плывут. Я знал, добро мое ко мне вернется после. 20 ноября 2017 года.